Так, хиткри, садишься в вертолет, летаешь, мониторишь, блядь. Ставишь метки. Все, выдвигаемся. Так, кто мой зам? Парашютист. Фривуд. Нет, я ПТшник. Отдельно пойдем вперед. Так, Гаимыч, вы идите туда вдвоем, вперед. Так, всем оборону принять, и я не могу вас все, движение азимут 80. Кто встал на моё, на моего заместителя? Блин, я не помню, там снайпер, наверное, был. Наверное, я. Короче, Фри, вот если я умираю, ты зам. А Фри вот вообще здесь? Он не выпрыгнул? Да, да, тут. Отвратительно, я дождя иногда теряю из вида. Да, новый камуфляж вот этот, конечно же, реально работает офигенно здесь. Так, наблюдаю замок на 60. На открытое выходим, продолжаем движение. Да. А это краном, если что, у меня есть тепловизор, прицел, оптика. Могу осмотреть все что угодно. Здесь вряд ли. Верт, могу ясно. Ладно, идем все вместе. На 60. Фрил, заладишь на верхоту, на самую высокую башню. И осматриваешь вокруг. Окей. Эрцлан, замок заходит? Да, он уже замок. Все еще? Ушел направо. Маршалы, нажмите Shift, давайте едем, что ползем. В смысле, восточную вот часть замка проверяю? Так, занять оборонительную позицию. А, это кран, можно так, подняться это на восточную вышку и осмотреть? Техника не, на высоте не обнаружена, вся техника на их... Да, ну, через зиму. Принято.
Модерн, ничего такого, что я вам не знаю.